Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей, на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» познакомит вас с одним из лидеров среди застройщиков региона и республики в целом – УКСом города Гомеля. Подробно о планировках и ценах на квартиры с самыми высокими потребительскими качествами. Один из лидеров по объему ввода жилья не только в области, но и в Беларуси. За последние 5 лет УКСом города Гомеля построено около 500 тысяч квадратных метров жилья. Кроме жилого фонда, предприятие возводит объекты коммунального и социально-бытового назначения. За годы работы городской УКС достойно выполнил заказы по строительству больниц, поликлиник, детских садов, административных и культурных зданий. Традиционно во второе воскресенье августа в Беларуси отмечается День строителя. Накануне профессионального праздника УКС города Гомеля готов вместе оценить реальные результаты первой половины 2019-го. Кроме активной жилой застройки, это еще и объекты наиболее важного социального и культурного значения для Гомеля и региона в целом. Мы ввели 9 мая самолет, значит, Су-24, который стоит на сквере Сухого. Я хочу поблагодарить, конечно, и творческий коллектив Гомель-проекта, который сделал, я считаю, очень удачную композицию. Самолет смотрится великолепно. Но я думаю, гомельчане сегодня все оценили его достоинство и красоту. Я даже больше скажу, сегодня даже мельчане нам звонили, интересовали, кто проектировщик. То есть наш почин, который мы сегодня в Гомеле, сегодня уже хотят копировать в столице. Оперативно, качественно, творчески УКС города Гомеля подошел к выполнению другого проекта. Это новая достопримечательность гомельского региона – памятник братьям Лизюковым, который открыли в областном центре 3 июля. К Дню независимости было приурочено и открытие еще одного объекта. Это детский сад в 104-м микрорайоне, который могут посещать без малого 200 дошколят. Второй объект был наиболее значимым для нас, это, конечно, детский сад. Почему значимый для нашего предприятия города Гомеля? Потому что последний объект социальный, детский сад, мы вводили, наверное, порядка 9 лет назад. И наши микрорайоны, те, которые мы строим, да, мы понимаем сегодня, что нет социальной сферы, но это, скажем, первая ласточка, которая в этом году у нас уже вылетела, это наш 104-й микрорайон. Если говорить так, в целом о наших достижениях, то в этом году программа города Гомеля довольно напряженная. У нас в планах стоит порядка 100 тысяч метров квадратных жилья, из которых 70% это для нуждающихся, с господдержкой. Перспектива строительства у нас – это наши микрорайоны, которые традиционно 104-й, 96-й, 18-й, Федюнинского, дома на уплотнении. И в этом году мы после проектирования мы возвращаемся в микрорайон 59-й. Значит, дома разрабатываем новые серии домов, где будут квартиры наиболее востребованы населения, они будут меньше по площади. В преддверии нашего профессионального праздника «Дня строителя» я хочу выразить слова благодарности нашим ветеранам, поздравить, пожелать благополучия коллегам, всем строителям, которые работают совместно рука об руку с предприятием нашего УКС города Гомеля. Всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, новых творческих достижений и всего самого наилучшего. УКС города Гомеля в этом году реализовал ряд жилых домов, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. Популярную среди современных молодых пар свободную планировку квартир УКС города Гомеля очень успешно опробовал на проекте дома по улице Волотовской. Строители дарят возможность самим хозяевам зонировать пространство на свое усмотрение. Из условно двушки можно сделать трехкомнатную квартиру или даже выгородить отдельную комнату под гардеробную. И все же при относительной схожести квартир, даже со свободной планировкой, принципиальная позиция городского УКСа – сделать каждый дом со своим собственным характером.
подтверждения, готовы к заселению запоминающийся 10-этажный одноподъездный жилой дом, расположенный по улице Чкалова. Без лишних слов демонстрируется индивидуальный подход предприятия к оформлению внутреннего и внешнего пространства каждого своего дома. Цветовая палитра лестничных маршей, керамическая плитка на лестницах и рисунки – все несет отдельную смысловую нагрузку. Эти строительные изюминки позволят жильцам отметить: «Мой дом не похож ни на один в городе». Готовы к заселению дом номер 3 в районе улицы Федюнинского. Отметим дизайнерское решение оформления подъезда и продумывание всех нюансов при планировании придомовой территории. Большая парковочная зона и отдельная безопасная территория для детской игровой площадки. А сейчас большая стройка с удовольствием станет гидом по самым горячим квартирным предложениям от Управления капитального строительства города Гомеля. Поселиться в самом центре города нет ничего невозможного. По адресу Советская, 19А, в главном офисе предприятия продолжается прием заявлений на строительство 1, 2 и 3 комнатных квартир в доме номер 3 в жилой группе по улице Докутович. Для тех, кому пока сложно на стадии активного возведения этажей представить в цвете и фактуре это предложение, УКС города Гомеля предлагает узнать, что скрывается за красивым ярким фасадом готового аналогичного по проекту дома. На сегодня группа жилых домов по улице Докутович предлагает самое разнообразное планировочное решение квартир в Гомеле. Окна в пол с французскими балконами, с которых лучший обзор двора, парковки и детской площадки, где могут играть ваши дети. Квартиры-студии с объединенными гостиными-кухнями общим метражом от 30 до 75 квадратных метров. Еще один активно возводимый объект в центре города – одноподъездный жилой дом в районе улиц Рогачевская-Кирова. На 10 этажах разместились 40 квартир. Большая стройка первой покажет планировку строящегося дома. УКС города Гомеля предлагает квартиры в 10-этажном кирпичном доме в самом центре города Гомеля, в квартале улиц Рогачевская-Кирова. 1-2-3-комнатные комфортабельные квартиры. Цена за 1 квадратный метр составляет 1490 белорусских рублей. Предлагаем перейти к строительной перспективе в советском районе города. УКС города Гомеля предлагает 1- и 2-комнатные квартиры в кирпичном жилом доме, который расположился в 59-м микрорайоне города Гомеля. В данном доме есть квартиры как для граждан, состоящих на очереди нуждающихся, так и для граждан, не состоящих на очереди нуждающихся. То есть любой человек может прийти и выбрать для себя квартиру. Цена составляет 1176 рублей для нуждающихся и 1320 белорусских рублей на коммерческой основе. Это считается один из самых живописных районов в Гомеле. Река, лес, все рядом. Приходите за своей квартирой. Ждем вас в УКСе города Гомеля по адресу улица Советская, 19А. В рубрике «Ваша новая квартира» предлагаем детально рассмотреть конкретное жилье. Один из немногих свободных вариантов УКСа города Гомеля в многоэтажном жилом доме в районе улицы Богдана Хмельницкого и Быховской. Сегодня я в роли представителя молодой семьи из 4 человек. У нас с мужем 2 дошколят. Выбрали 2-комнатную квартиру в этом жилом доме в районе улицы Богдана Хмельницкая, Быховская. Выбор не случайно. Буквально в шаговой доступности детский сад, через дорогу школа, детская поликлиника, магазины. Предлагаю подняться и посмотреть выбранную квартиру. Дом практически готов к вводу в эксплуатацию. Первыми показываем будущим покупателям новое дизайнерское решение для оформления подъезда и отличное использование лестничного пространства. Отметим, жилые комнаты не граничат с лифтовым узлом, что бесценно в плане комфорта. Мы смотрим квартиру номер 31 на 8 этаже, общая площадь 59 квадратных метров. Как всегда, идеальная финишная отделка. Мы планируем здесь разместить будущую детскую. Идеально станут 2 кровати друг напротив друга. Здесь, возможно, возле окна даже установить стол. В соседней комнате, которая фактически такая же по метражу, будет размещаться гостиная. Большая, очень светлая комната. Здесь будет располагаться и спальное место. Она для нас с мужем. Идеальное пространство. Здесь же, точно как и в спальне, стоят замки на окнах. То есть все под надежной защитой.
Стоимость квартиры, на которой мы остановили свой выбор, 79 тысяч 60 рублей. С учетом цены за квадратный метр на коммерческой основе. Не откладываем в долгий ящик и сразу обращаемся за консультацией в банк. На какую кредитную поддержку можно рассчитывать в нашем случае? В нашем случае стоимость квартиры 79 тысяч и 60 рублей. Мы хотим оформить максимально возможную сумму кредита. Это 90% от стоимости. 71 150 рублей. Двое работающих родителей и два ребенка до 18 лет с доходом 1400 рублей. Максимально возможная сумма кредита составит 24 тысячи рублей. То есть 1/3 от желаемой суммы. Это не проблема. Мы можем взять совокупный доход до 3 человек. Это должны быть близкие родственники супруга либо супруги. Сегодня программа «Большая стройка» знакомила вас с самыми актуальными предложениями на рынке недвижимости от УКСа города Гомеля. Уверены, именно вам это поможет определиться с выбором застройщика и своего жилья. До встречи на стройплощадках Гомеля.